Министерство промышленности и торговли страны поддерживает планы по реализации проектов строительства новых содовых производств. Такое заявление сегодня сделал заместитель директора департамента химико-технологического комплекса ведомства Александр Орлов. По его словам, в ближайшее время власти прогнозируют существенный рост спроса на данный продукт как внутри страны, так и за его пределами. Мы будем только рады, если будут появляться новые производства, да, собственно, сода. Это достаточно высокомаржинальный продукт, это точно не сырьевой и не энергетический продукт, это достаточно продукт с высоким добавленной стоимостью, сок переделов химический. И на рынке, естественно, на мировом рынке достаточно высокая конкуренция. Основными игроками являются Турция, США, Индия наращивает свои мощности. О строительстве нового завода по производству соды в Стерлитамаке некоторое время назад заявляли представители компании «Таурус». Проект с объемом инвестиций в десятки миллиардов рублей уже вошел в число приоритетных в республике. В свою очередь представители башкирской содовой компании в рамках бизнес-завтрака в очередной раз пытались убедить присутствующих в необходимости скорейшей передачи «Шихана-Таратау» для промышленной разработки.